Вот мы и добрались в Крым. Вот здесь мы живет наша машинка под виноградом. Это хозяйский домик. А вот какая красота. О. Чуть не упала, подскользнула. Аккуратней, скользко, тетя Валя. Вот. Здесь типа у нас как кафешка. Алексей, ты одет? Одет. Это мы вот тут расположились. Все четко. Все по кайфу. Леш, скажи твои впечатления. Все отлично, все замечательно. Тебе нравится в Крыму? Да, очень. Правда, бодр все, после души. Правда, тут всего-то ничего, но уже все хорошо, уже жизнь налаживается. А водку пить будем? Ну а как же за приезд? Понял. Вот, это тетя Валя, хозяйка. Ну все, потом еще что-нибудь покажем интересного. Все в винограде. Вот. Надо пить водку, а то замерзнет. Да.